А, небось, собираешь сведения на профессора? Да, конечно. Эйсер должен их беречь, не щадя жизни. Ай, я думал, они у тебя. Не говори мне, что уронил. Советую поторопиться, пока эти олухи не подобрали. Пулеметы. Вот а что самолеты чувствуют! Не вышло. Не надо! Внимание! Показываю, как это делается! Вот это другой разговор!
Радуйся! Это ненадолго! Оу, гляди, куда несёшься, блин! Так и победить недолго! Куда? Осторожней! Честно сказать, нисколько не сожалею. Отбуксировать на борту! Позвольте! Да! О, жигом! Ух ты! И силуха! Учился в цирке, да? Вау! А, все шестерни себе растряс! Вы там не могете! А мы еще вот чего умеем! Слишком легко! Даже не интересно! Куда так несешься, с дороги сорвешься! Вот это был новый! Да, осторожней! Понесло! Ха-ха-ха! Я так не радовался с тех пор, как заехал с полей в автомойку! Позвольте! Ага. А я тут чутка мощностями разжился. Да ты безобразен. Ничего, бампер потом подберу. Турбо! Память! Ты гляди, куда несешься! Я ухожу в отель! Эй, внимательней! Позвольте! За каждую выведенную из строя машину дается дополнительное время. Начат выпуск машин противника. Ничего.
ничего, бампер потом подберу. Да я тут подкапать на стяне разжился. Вам не место в аэропорту! Ты прыг! Хочешь, чтоб тебя раздавили? Цель уничтожена. Цель уничтожена. Регистрация на рейс 95. Вы так не могете! Не дам вчера родной год. У меня карбюратор треснул! Получен скейт-скоп. Ракета умер. Цель уничтожена. Получены пулеметы. Слушайте, как... Цель уничтожена. Боже, дом! Вот а что за полеты! Цель уничтожена. Куда позрёте? Кажись, у меня карбюратор треснул! Получен скейт-скок. Гармония! Я ведь лучший шпион! Легко так!